15 к 5128.06.2018. Обновлено 15.52.28.2018. 9100 Москва, 28 июня. РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет в Москве 4 июля переговоры с иорданским коллегой Айманом ас-Сафади, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Рабочий визит ас-Сафади в РФ состоится 4 июля. В ходе переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран состоится обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня с упором на сирийское урегулирование в контексте функционирования там зоны деэскалации с участием России, США и Иордании, а также состояние дел на палестино-израильском направлении, заявила Захарова на брифинге. Министры также обсудят текущие вопросы развития двустороннего сотрудничества. По словам Захаровой, позиции стран совпадают или близки по многим ключевым региональным проблемам. Южные, юго-западные районы Сирии, которые включают Дераа, Эль-Кунитру и Суведу и примыкают к границам Израиля и Иордании, входят в зону деэскалации, созданную в июле 2017 года по договоренности России, США и Иордании. Президент Сирии Башар Асад при этом заявлял, что сценарий освобождения юга Сирии пока не определен, либо мирное решение, либо силовое. Развитие ситуации. В спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии. Решетка. Сергей Лавров. Решетка. Россия. Решетка. Иордания. Решетка. Сирия».